Доброе утро, друзья. Сегодня 11 мая. Дождь. Утро, дождь. Утро, дождь. Водичка прибавилась, прибавилась водичка. Водичка прибавилась. Прибыли мы с напарником на нашу любимую речку. Попробовать, что здесь происходит. Дождик идет. Дождь такой, то сильно, то тихо, то сильно, то тихо. Попробуем. Грузик 6 грамм и силикончик релаксовский. Техас поставил я. Вот такая вот у меня оснастка. Вот, попробуем. Дождь идет, идет дождичек, хорошо идет. Дождичек идет, разгулялся, разговелся дождек. Да так что, мама, не горюй. Палочка у меня Тайфун 2020-732. Тест 5.30. Опять была? Есть! Есть, ребята! Есть, ребята! Есть, ребятушки! С третьей попытки красоточка цепанула. Прям на падение, под корчик я ее приманочку отпустил. Вон под тот корч. И с третьей попытки взяла. Три поклевки было, ребят. Три поклевки было. Вот она красивая, вот она хорошая. Вот она, щучечка. Подожди. Подожди, родненькая, подожди, подожди, подожди. Я тебя сфотографирую, отпущу. Ну, тайфунчик прекрасно отработал. Поклевочка чувствовалась. Ударчики такие, знаете, прям. Поклевочки тюк-тюк. Все, как говорится, я чувствовал нормально. Сейчас я ее подведу, по фото ее трошки. Вот, идем сюда, хорошая, 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 хорошенькая. Вот, релакс. Техас. Релаксик, техасик. Доброе утро, друзья. 11 мая. Утро. Вот такая вот щучка. Значит, приманочка. Релакс, техас. Вот грузик 6 грамм чебурашечка. И вот такая вот красавица. Вот такая красавица взялась. Ну, сейчас я ее по фото и отпущу, конечно, обязательно.
Обязательно. С третьей попытки взяла, значит, стояла под корчиком. Вот такая вот красивая щучка. Вот она красота. Ну что, идем, я тебя буду пускать. Идем, вся перепачкалась. Идем, вся перепачкалась. Вот так вот. Во. Вот она, ребят, видите? Вот она красота. Вот она, красавица наша приморская. Амурская щучка, наша зубастая форелечка. Все, вот она. Вот она, красота. Видите, у ней морда побита, видать, после нереста. Видите, фейс побит у ней. Ну все. Иди, спасибо тебе. Спасибо тебе, родненькая, спасибо. Ох ты ж, красота. Ребята, красота, дождик. Погода вообще жесть. Но ничего, ничего. С третьей попытки я ее перехитрил. Релакс, Техас. Сработал прекрасно. Вот так вот, ну, продолжаю рыбачить. Третьей попытки, Михалыч, третьей. Прям под корчик. Ой. Прям под корчик запустил. Во. Фейс у ней покусанный такой, ты знаешь что? Прям откусанная верхняя челюсть. Хорошо, на тайфун, но деликатный, таких щучек ловить. Ну такая, килограммчика полтора. Килограммчика полтора щучка была. Отлично. Отлично, тайфун себя показывает. Понятно, не трофей. Но мне самое главное, что чуечка есть. Прекрасная чуйка. Поклевки чувствовал четко. Нападение или пару дергов, пару-тройку дергов. Схватилось. Блин, с такой непогодой приманки-то менять не хочется. Перейду сейчас на другое место. Так, попробую здесь. Ну, вода. Я здесь бы когда? 9 мая. Вода, конечно, поднялась. Вода поднялась. И поднялась вода очень хорошо. Вода поднялась хорошо. Вот чем хорош тайфун, да? Он не кол. Им забрасывать хорошо. На коротке им четко забрасывать. То есть очень отзывается бланк на забросы. И спокойненько так вот в раскачечку забрасываешь. Вон, видите, как здорово. Катапульточкой швыряешь. Ну, интересно, щучка, видать, голодная. Видите, с третьей попытки добралась. Вот так вот, вот хорошо. Так. А дождь хлещет, как из ведра. Дождик, как из ведра хлещет. Вот так вот. Во. Кистевой забросик. Вроде неудобно вообще тут выворачиваться. Кистевой заброс. Да, непогода сегодня, конечно. Не фартит нам. Опа! Погода нам сегодня не фартит. Хорошо, видите, на сети как подкорчик завел. Там воблерок, конечно, можно было бы зацепить. А резиночку на сети классно. Завел подкорчик. И вот она сидит. Вот такие вот мангровые заросли здесь у нас. Вот такие вот мангровые заросли. Болотники лежат в машине всегда. Поэтому я приехал, берцы снял, одел болотники. И уже можно пройти вот сюда. Вот здесь более детально покидать.
Здесь более детально поработать. Интересно, где все сомики? Сомиков нету. Май месяц, уже должны сомики клевать. Но воды много, понятно. Вода большая. Вот так вот. Вот. В такую непогоду и щучка взялась. Опа, блин, ребят, поклевка была. Была поклевочка. Четко прям дынь-дынь-дынь. Была поклевочка. Что-то не пойму, я крючок разогнут, что ли так. Ага, нифига себе. Ух ты ж. Какой-то крючок калечный, слабенький. Есть, ребята, есть, 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 ребята, есть, не пойму, что, не пойму, что, о, что такое, кто там такой, щучка, да хорошая такая, парни, хорошая такая, ну, по духу будет, блин, по духу будет, где бы тут пофотать-то мне, подушечку будет, ребят. Так, ну сейчас я пофотаю и уже буду отпускать, ребята. Вот она, видите, как. Подушку тоже, он шрамы на теле после нереста. Вот она, красотка, красоточка. Сейчас отцепится сама уже, блин. Сама отцепится, не сфотаю ее на телефон-то я. Тут такая уже подушечка, да, хорошо. На разливе стояла. Ребята, вот еще одна, такая же подушечку. Вот она, видите, какая красоточка. Подушечку тоже, он, побитая шрамами. Пусть нереста. Вот такая вот красота. Вот такая вот красота, хлопцы. Ну иди, я тебя отпущу. Иди ко мне, я тебя отпущу. Не, хорошо села. Хорошо села, прям за уст, так сказать. Ну что, ребят, во. Во. Красота. Ну, кило 800 где-то, да. Красотища, видите, вот шрамики у нее. Все, иди, иди, родненько, иди, 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 иди. Вон она пошла. Пошла. Красотища. Фу. Ну, это уже хорошо. Рыбалка, считаю, состоялась. Это уже хорошо. Взял, видите, разлив. Вот, там обычный бережок, а тут разлив. И вот она в разливе вся стояла вон там. Так, интересно, как... Стекло на камере, это все в воде. Как съемка будет? Нормальная, нет ли? А так, конечно, рыбалочка сегодня удалась. Я считаю, рыбалочка сегодня удалась. Вот видите, вот так тут проводишь. Не, Техас классные приманки, выносливые. Хорошо играют они и на линейной, наверное, мерочке проводишь, когда вот и джигуешь, когда отлично играет приманка.
Блин, дождик. Менять приманки не хочу. Дождик. Поставить рюкзак негде. Вот так это вот. Вот видите. Что, травы набрал, походу, да? Да, травки набрал. В разбив кидаешь и потихонечку ведешь. Равномерочкой. Вот так это вот. Вот они затяжки там возле разливчиков и стоят. Вернее, стояла щучка эта. Красотень. Красотень. Ну, это, я считаю, в такую погоду это счастье. Все-таки компенсация за доставленные неудобства. Счастье поймать пару щучек таких хорошеньких. Не, ну хорошо по клюшке чувствуется, мне нравится палочка. Я говорю, палочка хороша еще тем, что удобно бросать в стесненных условиях. Как катапульта, выстреливает. И приманка ложится туда, куда хочешь. Такой тоже немаловажный фактор. Речка маленькая, сами видели. Растительность большая, такие кусты, все это мешает нормальному забросу. А так вот одной рукой кистевой заброс, так вот в стесненных условиях раз и забросил. Да, щучки видно, что после нереста в шрамах боевых. Ну хорошо, вода есть, щучка отнерестилась. Самое главное, чтобы малечки по воде маленько созрели, чтобы могли уже питаться сами, допускай уже уходят, когда вода будет падать. И все, мы все это переждем, все неудобства, лишь бы щучка нормально отнерестилась, и все, нам-то что, нам нормально. Мы переждем. Тем более, если вода большая где-то, на речках невозможно рыбачить. Помикрушить можно, так что отдушинку можно находить. Так, ну все, можно отсюда будет, наверное, уже выходить. Вот, здесь одна стояла, место локальное, участочек такой локальный. Так что можно отсюда уже выходить мне. Вот, видите, здесь заросли. Заросли здесь как в джунглях. Как в джангл попал. Как будто я попал в джангл. Вот такая вот тут у нас тема в Приморье. Такие вот даже бывают щучьи рыбалки. Такой там корчик. Не просто под него забросить. Очень непросто. Вот так вот. Хорошо. И даю слабину. И под корчик. Раз, 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 раз. А там я поймал сегодня одну. Ну и больше не хочет. Ну, одна и стояла. Так, ну все, уважаемые друзья, рыбалочка на сегодня закончена. Вот, погодка не улучшается. Вот, так что так. Так что так. Ну, считаю, что сегодня рыбалочка состоялась. Вот, палочка от Серебряного ручья Тайфун 2020. Очередной раз показал себя с наилучшей стороны. Вот. Поэтому будем дальше им рыбачить и получать удовольствие. Ну а вам всем до свидания, до встречи на водоемах Приморского края. Всем добра, здоровья.